2020 году индивидуального гранта главы города Сосновоборска удостоены следующие спортсмены. Кузюнина Мария Олеговна. Первое место первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юниоров. Мария Олеговна является членом сборной края по легкой атлетике. Ей вручен сертификат на 25 тысяч рублей. Рыкина Арина Михайловна. Первое место первенства Сибирского федерального округа по самбо среди молодежи. Член сборной России по самбо. Сертификат на сумму 45 тысяч рублей. Спортсмены, такие спортсмены, что соревнования превыше всего. И сегодня с нами по очень уважительной причине смог присутствовать Владислав Александрович Панов, который занял первое место в чемпионате Сибирского федерального округа по самбо. Член сборной края по самбо является членом сборной края Владислав Александрович, поэтому представитель Андрей Викторович. Арина Михайловна, выйдите, пожалуйста, поддержите. Владислав Александрович получил сертификат на 30 тысяч рублей. Арина, передай, пожалуйста, наши аплодисменты тоже. Мы гордимся нашими спортсменами. Вот и подошла к концу сегодняшняя встреча.